Всем привет! В Ворота Спидолетти продается новый дом. Вот с такой большой террасой, с видом на море, где-то 170 метров квадратных. Недалеко от моря, в пешей доступности. Мы с вами находимся сейчас на верхнем этаже, где расположена спальная комната с ванной комнатой. Делать абсолютно ничего не надо. Так, где у них тут свет? Красивый вид. Так, это у нас дальше идет большой зал. С выходом на террасу и сад. Здесь у нас кухня, тоже с выходом на террасу и сад. Ванная комната с душевой кабиной и гидромассажем. И спальная комната. Это земельный участок. Здесь можно сделать бассейн, развить лужайку. У нас здесь находится газовый котел. Просторный гараж. И сейчас еще пройдем с вами вниз. Там нежилое помещение. Ведущее в гараж. Вот такое вот, тоже просторное. С красивым панорамным видом на стену. Здесь можно, если что, это убрать, будет больше цвета при желании. Нет, я шучу. Нет, убрать можно, но подвальное помещение очень хорошо сделано. По периметру дома идет воздушное пространство, что очень важно. Третья ванная комната.
Здесь, не знаю, можно, конечно, и сделать спальную комнату, можно сделать гардеробную, игровую комнату. Здесь постирочная находится, бойлер, индивидуальное отопление. Вот. Не знаю, показывал как-то вам или нет. Вот так выглядит воздушное пространство, на которое я всегда указываю внимание. Это когда земля, да, и дом, они отделены. То есть дом всегда сухой. И вот такой просторный гараж. Его можно здесь убрать, эту стенку, расширить. Достаточно места для маневров. Запрос 750 тысяч на этот милый домик. Торг, как всегда, устроим.